испекла вкусные шанишки, ватрушки с творогом. Дрожжевое тесто, 180 мл теплой воды, 25 грамм свежих дрожжей, 30 мл подсолнечного масла, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли и 400 грамм муки. Замесила тесто, оставила его подходить в теплом месте. 250 грамм творога, 2 куриных желтка, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли и 2 столовые ложки манки, чтобы творог не растекался, когда мы будем выпекать наши шанишки. Тесто подошло. Разделываю его на порции весом по 90 грамм. Тесто довольно жидкое, но к рукам не липнет. А если липнет, то совсем-совсем немножко. Подкатываю каждый кусочек теста в небольшой колобочек. Тесто живое, очень-очень мягкое. В каждом колобочке делаю углубление. Использую для этого рюмочку. Теперь выкладываю сюда творожок. Еще оставляю на расстойку минут на 15-20 в теплом месте. Смазываю куриным желтком и молоком. И можно выпекать. Выпекала 25 минут при температуре 190 градусов. И вот они, мои шанишки. Готовы. Смазываю их, пока они еще горячие, сливочным маслом. Так будет вкуснее. Какой же аромат! Ну вот, настал момент насладиться вкусной свежей выпечкой. Я желаю вам успеха. Пускай у вас все получится. Пока-пока. До новых встреч!